Привет, друзья! Восточная Австралия переживает сильнейшее наводнение за последние десятилетия. Проливные дожди уже привели к затоплению нескольких городов. Наводнения в Австралии начались в середине февраля из-за продолжительных ливней и уже привели к тяжелым последствиям. В штате Квинсленд в зоне затопления оказалось более 2000 домов. 20 тысяч человек было эвакуировано. В Новом Южном Уэльсе полностью затоплен город Лисмар. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил стране чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений на восточном и северо-восточном побережье континента. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.